представить вам доклад значимость исследования симметрии двигательной системы для анализа наблюдений и контроля выздоровления пациентов с патологией Лорока. Динамическое развитие медицины и быстрое внедрение в клиническую практику новых методов диагностики и лечения требует от врача любой специальности повышения профессионализма и пополнения знаний не только в своей специальности, но и в смежных дисциплинах. Важно отметить, что организм – это целостная, сбалансированная система, где все органы находятся в тесной взаимосвязи, что и является основой для возникновения на границе различных медицинских специальностей новых областей знаний. Заболевания Лорока могут явиться причиной серьезных осложнений, таких как патогенные, реногенные менингиты, абсцессы мозга и медиастиниты, и многие другие. Поэтому очень важно применять в нашей ежедневной практике наиболее доступные и информативные методы диагностики и динамического наблюдения. В нашей клинике мы имеем возможность пользоваться достаточно широким спектром обследований. Мы пользуемся помимо инструментального метода, пользуемся очень широко эндоскопией. Тот метод, который позволяет на первом приеме без предварительной подготовки определить степень и широту распространения процесса. На данном слайде мы видим различную степень воспаления носоглазки от катаранного до гнойного. Соответственно, тогда мы можем в такой картине можем определить дальнейшую тактику обследования и лечения этого пациента. Также мы пользуемся лабораторными анализами и также при необходимости направляем пациентов на компьютерную томографию. Однако результаты этих исследований мы можем получить спустя лишь определенное время. По активному внедрению физикальных методов исследования асимметрии двигательной системы с применением фрикционных тестов по профессору Алексею Егоровичу Самарову. На данном слайде мы видим, что входит в состав двигательной системы, и их поражение влияет на функцию дыхания, глотания, а также на изменение положения головы и шеи. Анатомофизиологическая взаимосвязь лор-органов и опорно-двигательного аппарата можно проследить на конкретных примерах. На данном слайде мы видим анатомическую взаимосвязь мышц шеи и мышечного аппарата глотки и гортани. На данной схеме строения лор-органов мы видим, что при изменении положения головы меняется просвет, смещается позвоночный столб и меняется просвет дыхательных путей, что, соответственно, ведет к нарушению дыхания. На данном слайде мы видим типичное лицо ребенка с аденоидами, которое наличие аденоидов вегетации у ребенка аденоидов вегетации 2-3 степени длительное время ведет к формированию деформации лицевого скелета постоянно ребенка, сглаженность носоглотной складки и расширенная переносица. Формируется нарушение прикуса у ребенка, формируется готическое небо. И когда такой пациент приходит к нам на прием, мы видим вот эту классическую картину, и высоколотки, и, соответственно, видим аденоидную ткань. Рецепторы лор-органов составляют афферентные поля для рефлекс поддержания пост головы и шеи. И реакция двигательной системы на раздражение конкретных афферентных полей выражается в изменении активности медленных двигательных единиц. На данном слайде представлена схема, которая звучит и малые затраты времени на исследование. Мы
применяем сгибательный флексионный тест, сидя при унификации профессора Ксюхи Кусумановой, проекции сочленения контакт-цепитального, применяем сгибательный флексионный тест, проекции первого реберного поперечного сустава и исследуем тонус грудинной ключичной соединительной мышцы, тест контакт-цепитального сочленения. Тест в проекте поперечного сустава, тест определения тонуса поперечного ключичной соединительной мышцы, нозология, центр и стак с острыми гемисинуситами 54 человека, с острыми гидмоидитами 18 человек, острые фронти 9 человек, острые клонисфенидии 2 человека, хронический тазилит 30 и острый среднеотит 6 человек, соответственно. На данном слайде видно, что выраженность симптомов была, выраженность асимметрии была либо ярко выражена, либо выражена. То есть асимметрия была назначена. И прослеживается корреляция, то есть имеется нейтрализация, коррелирующая с очагом воспаления. Динамика воспаления. Асимметрия наблюдалась на той стороне, где наблюдался очаг воспаления, улучшение процесса по выздоровлению пациента. Асимметрия уменьшалась и становилась все симметричной. Исследование выявилось дальше корреляция, которая целесообразно использовать в горпрактике как ранее диагностические и прогностические критерии. В нашей клинике мы стараемся использовать, помимо современных диагностических методов, также используем современные лечебные методы. На данном слайде представлен синус-катетер, который применяется для лечения синуситов, всех форм синуситов, то есть дифронтитов, эгеморитов, эгеморитов, эсфенедитов, местно-инфекционных. И также является диагностическим методом и контрастных исследований синусов. В нашей клинике используется еще лазерная хирургия, выводы диагностического метода мягких тканей, медико-конструктивных, мануальных медицинных адаптаций. Исследование показало значимость изменений в эпителиальной системе как критерием диагностики динамического наблюдения, готовить выздоровления, острого воспалительного штурмального органа, целесообразность применения профессионального и диагностического между мягких техник мануальной терапии и важность принципинарного взаимодействия для модернизации медицины России современными эффективными доступными технологиями.